Всем привет, уважаемые участники нашей группы. Сегодня хотел бы вам представить обзор модели ЗИЛ-131 аварийная служба от фирмы ICM в 35-м масштабе. Фирма ICM сейчас выпускает модели в очень хорошей упаковке, в жестком картоне, что очень удобно, когда посылают посылки нашей почты. Наша почта, конечно, способна убить и такую коробку, но все же. В коробке у нас один пакет, в нем упакованы все литники. Прозрачные литники упакованы в отдельные пакетики. И инструкция. Инструкция выполнена в виде журнала, многоцветная. Также декаль. На декале у нас даны обозначения аварийной как на русском, так и на украинском языках. Также номера автомобилей на двух языках и разные службы, телефон, цифры можно нанести на автомобиль будет. По качеству декали потом будет сборка, я отзывы обязательно напишу прям про декаль, потому что многие ругаются на декали, но говорят, новые декали у ICM очень даже неплохие. Посмотрим. Так, инструкция. Инструкция выполнена в виде журнала, многоцветная. На обложке у нас получается описание про модель, про прототип, можно так сказать. Так. Характеристики автомобиля, даны краски, номера красок используемых в палитре Revel и Tamiya, что тоже очень удобно, так как очень много моделистов пользуются краской Tamiya. Далее у нас литники. И непосредственно сборка модели. Сборка рамы. Инструкция достаточно подробная. Тоже очень удобно. Далее сборка двигателя. Установка двигателя на раму тут получается у нас. В группе будет выложен также фотообзор. Вы можете посмотреть более подробные фото. Вот сделаны. Сборка кабины. Установка уже кабины. Дальше пошла сборка Конга.
кунг там достаточно наполнен, много там всяких столов, лампа, как видно, есть. Интересно будет собрать. Наверное, буду делать его с крышей, которая будет убираться, чтобы можно было посмотреть все это добро. Сборка колес, установка запасного колеса, далее установка кунга на раму. И тут уже вид собранной модели. Тут вариант окраски. Теперь непосредственно обзор литников. Как я сказал, в одном пакете все. Так, прозрачный. О, одна деталька отвалилась. Приступим к обзору литников. Пролито хорошо, толкатели внутри, недоливов не видно, утяжен тоже, мелкие детали без облоя. Также вот деталь скоро отвалится. Толкатели внутри. Облоя не видно. Так, это у нас колеса, диски, колесные диски. И вот еще один. Так, и еще один литник с колесными дисками. Так, крыша кунга дана. Ну, тут также все отлично, мелкие детали. Отлично. Облоя нет, толкателя внутри. На данном литнике также все замечательно. Облоя нигде нет, недоливов нет. Так, тут у нас дана выхлопная труба. Она получается у нас будет из двух половинок склеиваться. На данном литнике также все хорошо. Облоя нет, толкатели внутри. Также все отлично, толкатели внутри, недоливов нет, облоя нет. Ну и последний литник.
Облоя нет. Толкатели внутри будут. Все отлично. Далее у нас пакеты с шинами. Шины выполнены из резины. На них все отлично, но есть, получается, небольшой стык. И это вот так. Это можно будет исправить. Я уже посоветовался, ну, с друзьями. Их надо будет заморозить и после этого срезать вот этот стык и зашкурить шлифовальной бумагой. И тогда все будет отлично. Здесь также. Плохо. Но он маленький, незначительный. Далее у нас литник с прозрачным пластиком. Все отлично. Так, и еще один литник, тоже с прозрачным пластиком. Это у нас лобовое стекло. Также все отлично. Ну вот и закончился обзор. Скоро будет тестовая сборка. Сборка будет у нас как на канале, так и в группе будут фотоотчеты по сборке и окраске. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Удачных всем сборок. До свидания.